Пару слов о настоящем битбоксе. Бортпроводник рейса Сочи-Москва во время стоянки самолета устроил зажигательное выступление. Видео прислал наш гражданский журналист. Таким способом стюард авиакомпании Якутии Иван Семенов поприветствовал пассажиров, когда те заняли места. В стиле битбокс молодой человек исполнил песню «I like to move it» из мультфильма «Мадагаскар», чем буквально очаровал пассажиров. Они восторженно аплодировали и снимали выступления на смартфоны. Особенно радовались дети, конечно. Сам Иван рассказывает, что развлек пассажиров из-за наплыва эмоций. Нет, было все спонтанно, импровизация была повсюду, было море позитива, я был заряжен эмоциями и хотел подарить свою мощь, свою вот любовь к битбоксу всем вот пассажирам. Это все увидели, да, увидело мое руководство, сначала поддержали, вот потом как бы вступили за меня, дали зеленый свет на все, и вот он, я счастливый, довольный, готов приветствовать всех пассажиров.